Привет, меня Кирилл зовут. Ну просто вы подошли. Он говорит, что здесь зашел. А мы не расправили. А вы не пили, кстати. А вы не пили. Очень странно. Молодой человек, а вас попрошу камеру отключить. Почему? Запрещена съемка. Без моего согласия запрещена съемка. Где? А почему у вас разрешено, вон там действительно перекозим? Потому что здесь установлено изначально по правилам пользования Минским метрополитеном. Разрешена съемка. Здесь запрещена съемка. Ты без моего согласия. Что-то держит. Иди, смотрю и читаю. Запрещено. Тут написано запрещено или что? Я не понял. Где запрещено? Молодые люди, давайте пройдете домой лучше и там отдохнете. Так, а можно мы пожалуйста, сами решим? Вы нарушаете на данный момент, что мы нарушаем? 17.3. Что именно мы нарушаем? Наказание в общественном месте – состояние алкогольного опьянения. Это вы сейчас определили, что я в алкогольном опьянении или что? Я думаю, что да. Вы думаете или вы определили? Я определил. Как? Отложенный состав алкоголя и ваше определение. Так у вас просто объятие непонятное. Вы, может быть, чувствуете проблему. Почему? Факторы. Вы сейчас можете? Да, я попросил вашего друга выйти на данный момент. Почему вы мне выйти, чтобы мне уходить надо? Окей. Я же не кричу. Окей, мы поняли претензии. Все, мы отсюда хорошо. Уступим. Спасибо. До свидания. Окей.